это «Новости в форме». С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким, а также коллегам художественного руководителя Национального академического концертного оркестра Беларуси, народного артиста Михаила Финберга в связи с его смертью. Маэстро является воспитанником оркестра штаба Белорусского военного округа. 25 лет он был главным дирижером Белгосцирка, работал с Юрием Никулиным, Олегом Поповым. В 1987-м Финберг стал художественным руководителем и главным дирижером Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки. В одном из последних интервью Михаил Яковлевич отметил: «Армия – это все для меня. Всему, что я получил, я благодарен военным людям». В Минске прошла встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси Ульвией Бакшалиевым. Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, обсудили реализацию текущих технических проектов. Студенты Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии побывали в гостях у военнослужащих 114-й школы подготовки прапорщиков и специалистов продовольственной службы. Учащиеся посетили музей части, постреляли из боевого оружия и ознакомились с бытом солдат. Венцом мероприятия стал кулинарный баттл двух команд. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!